На барнаульском меланжевом комбинате подхвачен ценный почин прядильщицы Валентины Гагановой. По ее примеру, вожак бригады коммунистического труда Зинаида Воротникова перешла в отстающую бригаду, чтобы вывести ее в передовые. В новой бригаде я работаю несколько дней. Здесь 20 килограмм месячной продукции уходило в брат. И не осваивали смежные профессии. Свою работу я начала с анализа рабочего дня бригады и каждой работницы в отдельности. Первый же день работы, на пятиминутке, мы обсудили и взяли следующие обязательства. Выполнить семилетний план за 6 лет и 3 месяца и повысить производительность труда к концу семилетки на 3,5%. Выпускать продукцию только отличного качества. Многому надо научить молодых работниц, особенно при овладении смежной профессией. Изучая весь процесс в целом, перенимая сноровку бригадира, и дело пойдет. Зинаида Воротникова добьется успеха. Может ли быть иначе, если всего себя отдаешь делу, которому служишь?